Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. В социальных сетях распространились видеокадры, которые, как утверждается, сняты двумя азербайджанцами в Ереване. Как передает армия АС, ко ссылкой на репорт, на видеозапись попала беседа этих двух лиц на азербайджанском и русском языках. Мы вновь в древнем азербайджанском городе Ереване. Из-за закрытия въезда-выезда в страну мы остались тут. Мы поздравляем соотечественников с наступающим Днем Республики 28 мая. И обещаю всем, что очередное видео сниму в древнем азербайджанском городе Шуша. Отсюда я обращаюсь к спецслужбам Армении, что они категорически не умеют работать. Сказал автор видеосъемки. Салам алейкум. А мы опять в нашем древнейшем азербайджанском городе Ереван. Задержались здесь из-за пандемии, из-за вируса. Не можем выехать. Я с огромным удовольствием поздравляю своих соотечественников, азербайджанцев, с наступающим праздником, Днем Республики. И обещаю всем торжественно, что следующее видео мы запишем в Шуше, в нашей любимой, старинной, древней Шуше. А вам, господа из СМБ Армении, хочу сказать, вы совершенно не можете работать. Следующая камера не дустут. Белая шага.